Re, viss ēters ir te. В результате сотрудничества с правоохранительными органами Эквадора и США госполиция изъяла крупнейшую в истории Латвии партию кокаина. Более 2 тонн наркотики были спрятаны в коробках с бананами из Эквадора. Объем наркотиков, который был изъят в Латвии, небывалый. Это уникальный случай и в очередной раз говорит о том, что пути наркотиков могут быть самыми разными. Понятно, что этот груз не был предназначен для жителей Латвии. Здесь были международные цели. В тех брикетах, которые исследованы, действительно кокаин, и доля кокаина в смеси составляет 80%. Это очень хорошее качество. За это преступление в тот же день было задержано 5 жителей Латвии. Сейчас они все признаны подозреваемыми. 3 из них находятся под стражей. Оптовая стоимость изъятого вещества может составить примерно 65 миллионов евро. Отметим, кокаин для Латвии не самый распространенный наркотик. В прошлом году за 9 месяцев было изъято всего 4 килограмма кокаина.